Новая интернет-площадка для оперативного решения коммунальных проблем создана в Вологде. Об этом проекте рассказал временно исполняющий обязанности мэра города Сергей Воропанов. Теперь любой человек, зарегистрированный в группе «Вологда в порядке» в социальной сети ВКонтакте, увидев где-то мусор, открытый люк и так далее, может это сфотографировать и отправить снимок администраторам сообщества, предварительно указав место, где было сделано фото. И через некоторое время пользователю вернется фотография, на которой замечание будет устранено. Речь будет касаться там, хоть мусорных контейнеров, хоть своего подъезда. Это и мне полезно, и потом буду статистику всю отслеживать, но постараюсь, по крайней мере, смотреть, как управляющая компания отрабатывает. Это будет возможность не контролировать нашего подрядчика. А будет специально обученный человек в департаменте, который будет модерировать эту ситуацию пока в ручном режиме, пока на старте проекта. Если проект будет востребован и очень много будет обращений, то автоматизировать процесс вообще никаких проблем нет.